Снова здравствуйте. Я уже в который... Ну, раз, наверное... В 9-й точно пытаюсь записать Майнкрафт. Не смотрите на мой скин, я его вам не покажу. Да. Потому что у кого-то от этого припечет. Но неважно. И я просто буду играть в Майнкрафт. Может, вам будет интересно. Я очень на это надеюсь. Потому что я в этом деле... немножко нуб. Я подолбался с настройками, и вроде бы игра не тормозит. Эй! Знали бы, чего мне это стоило? Что это было? Так вот. Спасибо, Optifine. Всем советую. Минутка спама, да. И я добываю дерево, как видите. И я услышал странный звук. Возможно, мне показалось. Так. Ну да. Ну вот я и пропалил. Собственно, всем пофиг. Так. Есть доски. Еще доски. Естественно. А, там волк. Там ходит волк. А, что-то рано... Не гавкай на меня! Да кто ты такой вообще по жизни? Ты ничтожество. Эй, не толкайся. Так, значит, нам надо сделать топор. Я раньше этим пренебрегал и обходился и без топора. Но теперь я понимаю, что это важно в самом начале. А потом, собственно, пофиг. Например, лопата нахрен не нужна. Чёрт. Так. Обязательно надо будет поставить мод, который сразу дерево сносит полностью. То есть, и нет дерева. Все сразу падает. Береза, береза, береза. Я же тебе говорил! Что ты там делаешь? Ладно. Так, значит... есть. Кирка. Кирка. Достижение получено! Так. Еще доски. И еще доски. Я люблю доски. Так. Есть. Теперь... Что с моим модом? Точнее... Ладно, неважно. Так, походу, начинает темнеть. Или мне кажется. Что за туман? Видно, это все мои настройки виноваты. Ну да ладно. Это не суть. Главное найти камень. Вот в чем сейчас суть! Так. Камень! Камень, камень, камень. Есть, я нашел камень. Ура! Камушек, еще бы угля найти, чтобы потом по пещеркам лазить. Так. Вот, и что-то будет вроде серии выживания. И в чем вся фишка, скорее всего, будет. Если я буду умирать, я буду начинать все вообще сначала. То есть с новым миром. Там, никаких моих построек, естественно, не останется и так далее. То есть, такой-то челлендж, такое-то испытание будет трудно. То есть, если я умру, все, все по пизде, как говорится, пойдет. И я буду стараться не умирать. То есть, я буду убегать от криперов любыми способами, буду, не знаю, сражаться со скелетами, надирать задницу зомби, их прогнившую задницу, между прочим. И мне надо выбраться. Вот. Собственно, должно быть достаточно интересно. Я собрал достаточно камня и сделаю себе хорошие вещички. Так. Я забыл. Ах, да. Так, палочки. И... есть. Каменная кирка. Достижение получено! Как я люблю достижения. Так. Ну и каменный меч тоже пригодится. Так, с таким-то набором дерьмовым, на самом деле, можно уже отправляться и в каком-нибудь подземелице. Только мне бы еды найти, наверное. Кого-нибудь убить. Я не люблю строить себе дома, на самом деле. Но посмотрим, как все это повернется. Сейчас. А! Так, есть, я выбрался. Так...
Вижу тростник и больше ничего не вижу. Здесь как в Silent Hill. Этот туман. Может, оно и к лучшему. Тростник. О, корова. Отлично, иди сюда. Ты мне на еду пойдешь. О, да вас здесь много. Есть. И кожа. Так, еще есть. Тебя даже трогать не буду, волк. А могу ли я приручить волка? Насколько я знаю, ведь можно же как-то приручать, нет? Или я не прав? Нужна вроде готовая говядина. Эй, ку-ку. Ку-ку. Иди сюда. Хороший волк. Хороший волк. Хороший. Плохой волк! Нет! Он меня преследует! Их двое! Еще один! Откуда? Опыт. Отличное начало. Серьезно. Так. Точно, я забыл сделать печку. О, черная овца. Черная овечка. Извини. Ничего личного. Просто бизнес. Пытаюсь выбраться. Я думаю, я себе какое-нибудь укрепление здесь построю. На первый... извиняюсь. На первый день. Так. Да, думаю, здесь. Уйди! Так. Да что ты творишь? Оставлю здесь вот это. И сделаю печечку. Так, у нас есть печка. Заебись. Так, угля-то у нас все равно... Насколько я знаю, палки можно использовать, верно? Что я хотел? Ах, да. Да. Палки очень быстро кончаются. Я хочу приручить волка, например. Ладно, еще на одну. Так, пришло время строить дом. Переустанавливать Windows. Так. Есть. Чёрту! Ой. А! Да что же это такое-то? Да что? Ты сам виноват. Согласись. Так. Домик. У нас есть... У нас, между прочим, теперь есть шерсть. Мы можем делать кровать. Так, я сделаю это сразу. Еще бы вспомнить как. А, нет, нам нужно три шерсти. Где овцы были? И сюда. Что ты там делаешь? Есть. Так. Есть. Теперь мы сделаем кровать. Так. Только не говори мне, что нужна разная, одинаковая шерсть. Ау! Искать еще овец. Есть. Недолго искали. Ты пойдешь мне на кровать? Так. Понятно, я просто идиот. Та-дам! Кровать! Ну ладно, сначала достроим этот якобы дом. Так, есть. Траву нахрен. Так, он будет небольшим. Наверное, зря я вот это сделал. Не в тему как-то. Так, уже темнеет. Я вовремя. Вот здесь я сделаю дверку. О! Ладно. Так, есть. И сделаем дверь.
Да. Есть! Самый охренительный дом. И кровать. Ау! Нет, не то! Ох, как темнеет, а? С моим-то... настройками графики это вообще ужасно. Эй! Эй! Видно, это самая большая моя проблема. Все, кончилось дерево. Ну ладно! О! Вот так. Ладно, с первой ночью меня и вас... До встречи, думаю.